Сильное наводнение обрушилось на север Австралии, где местами за сутки выпало более 600 миллиметров осадков. Город Кернс с населением 160 тысяч человек был затоплен после того, как реки вышли из берегов. Местные жители в отчаянии цеплялись за крыши домов. За ночь спасатели срочно эвакуировали более 300 человек. По данным властей, погибших и серьезно пострадавших нет. Дороги и железнодорожные линии перерезаны, населенные пункты изолированы, закрыт аэропорт. Тысячи домов и предприятий остались без электричества.